Всем еще раз привет. Вышел на прогулку по Минат на палубу. Где-то это пятый уровень. На пятом уровне нахожусь. На пятой палубе. Там, в принципе, четвертая есть. Тоже такая же. Ну, и она пятой. Вот такой декабрь месяц, я напоминаю. И, ну, такой климат, морской тропический климат. Морской тропический климат. Мы уже это, как это море не называется, надо было подготовиться. И Мексиканский залив, что ли, это как бы называется залив. Это или Мексиканское море, или Красное, не Красное, но как-то называется. Но вообще-то нет, не море. Нет, мы с другой стороны плавим, мы в Атлантическом океане, ближе к Багамам и Карибскому бассейну островов. Вот, мы приплываем. Сегодня весь день будем плыть, вот, а завтра приплывем в один из туристических городов Мексики. Так что... Объявления какие-то делают, что сегодня будет на корабле, но это ладно, разберемся. То есть как ветерок оттуда идет, с юга, южный ветерок, кстати. Южный ветерок, я на фоне моря, и курточка у меня такая морская, и я, так сказать, стою. Ну, классно. Просто класс. До следующих видео.